Ага, вон точка старта. Я не знаю, может быть, я выскажу свое субъективное мнение. Но здесь можно было спуститься прямо так. Спуск крутой, но здесь абсолютно не нужны кошки. В принципе, достаточно на одного человека иметь обвязку и уз, в который можно встегнуться вот даже вот в этот канат, перестегиваться, можно просто идти. Да, конечно, вот если сюда свалиться, шансов остановиться нет. Ну, практически нет. Но гиды очень сильно перестраховывают людей. О, красиво, красиво.